Ми би хотіли записати це інтерв'ю десь в Білгородській області на розбитому російському КПП, але ми незаконним перетином кордону не займаємось. Тому сьогодні будемо знімати інтерв'ю з бійцями РДК тут, у Києві. Як у тебе справи? Саш? Нормально. В полі довго так контрнаступлення. Іди попробуй, блядь. Ну, мы их, естественно, изнасиловали, убили и съели, чтобы все знали. Пашка любит постарше. Там просто мясо. Вот когда там рассказывают, да не так идет контрнаступление, пиздуй в Работино, я охуею. Пехота в России самая худшая пехота, блядь, на свете. Що в тебе змінилося з останньої нашої, крайньої нашої зустрічі? У нас зараз йде такий взривний рост підрозділення. Дуже багато нових людей, нова велика база, техніка, навчання, поїздки, ще більше присутствия на фронті. Зараз РДК масштабується. РДК стала абсолютно другой организацией, мы выросли в разы, мы были на Грайвороне, мы первые, кто вторгся в Российскую Федерацию за последние, там, наверное, 50 лет. Бойцы русского добровольческого корпуса, который день контролируют населенный пункт Новая Туважанка. Хочу напомнить всем гражданам России, что это не какое-то маленькое заброшенное село, а населенный пункт в 5000 человек. Поки вы не ходите на Россию, чем вы занимаетесь? Войной здесь. Расскажи, да. Ну, я был на Запорожье. На Жеребянках. Короче, штурмовали мы Жеребянки. Когда я туда только приехал на Жеребянки, они говорят, Запорожье это Бахмут 3-0. Я говорю, почему нет 3-0? Че 2-0? Он говорит, 2-0 нету, есть 3-0. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что здесь в два раза больше арты, в два раза больше техники, а еще помимо этого FPV-дроны. Я думаю, ой, сейчас что ты мне рассказываешь, я все сам увижу. Стяжка, куда? Стяжка, стоп! Ого, Монка стоит. Идем мы, значит, туда. От серой зоны до начала наших окопов, откуда потом надо будет прыгать в пи***, 7 километров. Вот ты пешком ночью идешь, над тобой там... Бэхи туда-сюда стреляют, короче, осветительные ракеты пускают. Ну, идешь вообще, блядь, как в «Звездных войнах». Сидим в блиндаже с пацанами. У панды сегодня первый выход боевой. Панда, как тебе? Он Яков заеб... Ну и все, приходим туда. Начинается штурм. Пока пацаны идут до штурма, просто рой FPV-дронов. Я такой хуйни нигде не видел вообще. То есть штук, наверное, ну, 20, блядь. И все они вот так вот, блядь, летают и взрываются возле тебя. У нас группа была из 8 человек, все 300-е, кроме меня. И тупо вот из-за FPV-дронов. Один 200-й, ты забыл. А, да, и 200-й. Потому что он первый запрыгивал в окоп. Парни запрыгивают в окопы, взрывают, блядь, какую-то хуйню. То есть они в окопах остаются. Мон 50. И все у нас в этот момент. Ну и все, и там, ну, и там начинается жесточайшее мясо. То есть там типы, которые откатываются, они там... Я первый раз таню вообще, да я думал, только в кино такое бывает, что тип по рации орет, блядь, я умираю, заберите меня, я истекаю. Все, говорит, я сейчас вырублюсь, я там-то, там-то. Типы идут его туда искать, а он не там, блядь. И на него он выходит на радейку, а он уже вырубился. Его только на следующие сутки находят. Оказывается, он...
когда отступал, пошел по другой дороге, а там, блядь, разбитая техника, ориентира. Оказывается, блядь, за посадкой еще одна точно такая же разбитая техника. И он сказал, что он, типа, вот, если по этой дороге смотреть, то да, разбитая техника. А он шел сюда, и там тоже, блядь, разбитая техника. И вот он тупо, блядь, ну, я первый раз такую хуйню встретил. Ну и все, и у нас там все 300-е, воды нет, ни хера нету. По нам долбит торта, по мне первый раз уебали фосфором. Я, ну, всегда, когда говорили, вот, они используют по нам фосфор, я думал всегда вот, что типы просто, им скучно в окопах, и они придумают охуительные истории, что по ним ударили фосфором, там в натуре фосфором. Я так смотрю на эту хуйню, а она шипит, взрывается БК, я думаю, ё, наверное, тут мы, блядь, и остались. Ну, там вот то, что происходит на Запорожье сейчас, там просто такое мясо летит. Вот просто, ну, это жесть. Я такой хуйни не видел никогда в жизни, блядь, за всю войну. Это вот, ну, наверное, в Мариуполе только такое было, или там в Бахмуте в последние дни. То есть все 300-е, я иду в блиндаж к нашему 300-му, у него пробит бок, потому что от Монки прилетел шарик. Шарик, да. Зашел здесь, ну, короче... Ну, МОН-50, она же там, получается... Ну, как шайба, короче, от этого. Короче, как пластит, ну, и там поражающий элемент, как шарики, короче, выглядит. Да, у него зашло здесь, вышло тут, он истекает кровью, умирает. Я говорю, по радейке выхожу на ПУ, я говорю, пацаны, я говорю, у нас один тяжелый 300, срочно, типа, ИВАК. А то там проблема такая, что между нами и ИВАКом 1,5 километра, которые вот машина не проедет, там ПТУР гасит только так. И еще 300 метров, которые вот просто видимостью пи***. Они там, понятно, с пулемета не добьют, но артой навестись вообще не делать на это место. И то есть там тебе по-любому надо 300-го тащить самому. И я вот такой вот выхожу с блиндажа, где лежит наш 300-й, рядом со мной падает мина в метрах 10, просто разрывается. А получилось так, что она упала вниз, а я, получается, на горочке такой. И вроде как не зацепил. Я думаю, ать, как весело. А у меня радейка, потому что командир вышел из строя, потому что он 300-й, ему и FPV-дрон, блядь, то ли в плечо взорвался, то ли рядом с плечом. Ну, у него все там, блядь, все в осколках, он-то контуженный. И они лежат вот в блиндаже, жара 34 градуса. Нет. Да, 34-37, что-то такое, ну, вообще невыносимое, пить нечего, и то есть там просто типы сходят, блядь, с ума. И я такой захожу в свой блиндаж, а пока иду, слышу, к вам несут 300-го тяжелого. Я думаю, ну, типа, смежники, наверное, к себе в блиндаж заберут. И я такой захожу, а там лежит тип, часть его ноги лежит в конце блиндажа, а он лежит, типа, на этом, на, ну, типа, блядь, накидана вот вся херня, чтобы лежать. И самый трэш, там лежит наш пулеметчик, я Яков здоров. Он вот так его приобнимает, получается, вот так, чтобы тот не падал. Потому что у него дошено просто все. У него нет ноги, здесь, блядь, 15 турникетов. Здесь просто от осколков мясо с кожей перемололось. Что, ну, ты не можешь, блядь, турникет наложить, потому что просто тупо некуда. И еще руки, блядь, и он лежит просто ему... Но турникеты накинули, заебись. А пить хочется, а еще когда кровь теряешь, хочется пить в два раза больше. Я просто такую хуйню вот я в жизни не видел, блядь. И Яков его вот так вот поддерживает, чтобы он не шевелился и вниз не падал. Потому что так врач сказал. Ну, он, получается, вот так вот сидит. И ему спускаться нельзя. И он вот так вот все ниже-ниже Якова уходит. И у Якова уже рука внизу. И он вот так вот делает, вот этот тип. Под его руку, с него капает пот. И он такой, блин, у тебя такой вкусный пот. Хоть попил. Я видим. Ну и все, к сожалению, тип, у нас еще медик, это его первое боевое, блять. Вот панда все правильно сделал, остановил кровь, но он постоянно тянул руку к турникету, чтобы чуть-чуть распустить. Ну, а Яков его по рукам постоянно бил, говорит, типа, блядь, не лезь, ты что, вытечешь ли. И то ли они сами ему распустили, то ли не досмотрели, он распустил турникет, при том, что я там выеб все ПУ, чтобы, блядь, нас на, ну, этих 300-х эвакуировали срочно, потому что наш умирает, без ноги умирает, и еще там тип тоже, ну, тяжелый 300, но так тоже, короче, надо срочно эвакуировать. Их эвакуировали. И по дороге, блядь, до медывака он истек. Это 5 часов. Это 5 минут, да? Да.
Это, ну, то, вот там, там просто мясо, блядь. Ну, там просто, там... Я просто видел эту хуйню по облетам, какая там, какие там укрепрайон, что сейчас сделали в ВСУ, блядь, на работе, но это, блядь, ну, это герой. Это было невозможно, блядь. Да потому что... окопались в пиведроны, пиздец, арты пиздец, просто вот там, ты просто идешь на смерть, и точно, вот у тебя 99%, что ты умрешь, 99%, леопарды, хуепарды, все это хуйня по сравнению с тем, что вот, ну, пока нога пехоты туда не вступила, это еще, блядь, территория лидеров, даже если бы оттуда их выгнали бы, потому что там все 500 раз заминировано, хуйминировано, и вот то, что сейчас происходит на работе, и говорят, ой, всего лишь там освободили какое-то село. Блять, так вы видели, какие там укрепрайоны? Работино — это первая линия обороны. Прорвав ее, будет, ну, как минимум попроще, чем до Работино. Как минимум, блять. А скорее всего будет намного проще, блять. Я, ну, я видел Работино, и там просто, я думаю, мы когда приехали туда, только пятихатки забрали наши. И мы должны были жеребянки брать. И я такой смотрю, говорю, покажите там что-нибудь еще интересного. Они говорят, смотри, ебать, что на Работино. И он показывает, и я просто охуеваю. Ну, там, я не знаю, авиабомбами это все вот так вот разбирать, блядь, просто в клочки. А парни это сделали без авиабомб. То, что взяли Работино, это такой результат. Признают тебя на улице? Да, да. Ну, я так стараюсь нигде особо не бывать. В публичных местах, но бывает. Подойти где-то кофе купить. Где-то я вас видел. Я говорю, не, я где-то вас видел. Ну, может, покупал кофе у вас. А ты казалось, что с тобой фоткаешься? Да. После Грай Ворона, когда с флагом постоял. Люди прям подходят, да? Да, да, говорит, ты могила? Я говорю, да. И я. Он говорит, можно сфоткаться? А, были как раз вот на задаче, а там типа такая сверхсекретная задача в плане того, что, ну, лучше не палиться, что мы приехали вот на этот участок туда-сюда, это вот как раз с Лаки мы ездили, вот та задача. Ну и все, и мы там шевроны поснимали, не носим там одежду с РДК, все, вообще затихарились, можно сказать. Захожу в кафе в 6 вечера покушать, и просто малолетка какой-то школьник будет такой, о, могила, это ты, можно сфоткать? Я думаю, все, операция провалена, блядь. Ну, ну, подходит, узнают, да. Уже 7-й день подряд бойцы русского добровольческого корпуса контролируют населенный пункт Новая Таложанка. Что зараз контролирует РДК в России? Что взагалі сейчас контролирует? Есть несколько серых зон. Смотри, давай по-другому я расскажу. Что, по большому счету, с такой условно-стратегической точки зрения удалось достичь? Вот эти приграничные зоны, особенно зоны расположения КПП, это те точки, где раньше до войны можно было на автотранспорте проехать из России в Украину или наоборот. То есть большие КПП — это Грайворон, это Шебекино, это там еще в Брянской области. Сейчас это большие такие, по большому счету, серые зоны. То есть там и наши, и не наши, и все друг другу ходят там, кто как хочет, там устраивают разные провокации либо боевые действия. То есть это такой большой очаг напряженности, который заставляет Российскую Федерацию туда перебрасывать постоянно войска. Помимо этого, они туда перебрасывают еще склады с БК, они туда вынуждены перебрасывать технику и, ну, пытаться как-то это все контролировать. Но проблема в том, что у них изначально не было это все подготовлено. То есть там не налажена логистика, там ничего нет, там нет обеспечения, там нет как бы какой-то инфраструктуры, нет понимания, как туда быстро доставлять, там нет групп быстрого реагирования, о которых они говорили. Ну, это, грубо говоря, вот у тебя есть там огромные... чистое поле, которое тебе надо проконтролировать. Туда постоянно просачиваются малыми группами какие-то подразделения. Для того, чтобы контролировать, надо либо строить заборы, делать какие-то фортификации, делать видеонаблюдение, постоянно это все мониторить, ну, либо туда нагонять просто дешевую
дешевую рабочую силу в виде мобилизованных, в виде срочников, чтобы они там... Так Россия деж... это и робить, да? Да, Россия? Да, да. Но это как бы смысла в этом никакого нет, потому что, ну, у нас каждый рейд, он в итоге успешный, и ну, то, что мы планируем, в итоге получается. Многие же не понимают, что ну вот ты зашел в область, ты захватил один райд-центр, несколько райд-центров, все, как бы ты удерживаешь. И что дальше? Там же надо, чтобы была логистика, надо, чтобы была помимо военной администрации, чтобы была какая-то там условно-гражданская администрация. Надо людей, которые будут заниматься населением, вот этими всеми вопросами. Мы сейчас... работаем над несколькими сценариями, когда это все можно будет в такой один кейс запаковать и его осуществить. То есть нам для того, чтобы сделать вот такую операцию там, в формате какой-то из областей, либо там нескольких областей, надо, понятное дело, еще больше людей, еще больше техники и нормально подготовиться вот именно к тому, чтобы не просто зайти куда-то, сделать военную операцию и выйти, а чтобы там закрепиться, остаться и как можно быстрее, уже с заранее подготовленными какими-то понятными процессами наладить там нормальную жизнь и нормальное обеспечение, в том числе для себя. Звідки зброя? Большая часть это трофейная, что-то появилось в самом начале войны, когда был там абсолютный переполох, оружие раздавали везде, повсюду, пожалуйста, кто хочет воевать, держите. Вот, ну, большая часть трофейная, то есть сейчас, например, ребята находятся на фронте, у нас штурмовая группа, я с командиром группы разговаривал, он мне говорит, ну, смотри, мы зашли в окопы, ну, там заняли они часть. Вот есть два ПКМа, которые целые, надо их просто почистить. Есть куча БК, куча всего. Ну, то есть вот оно так все и собирается. Тобто РДК лише рейдами там, на Брянск, там, Вілгород не обмежуєтесь? Ви ще берете участь? Да, 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 да. І в контрнаступальних діях так? Да, постоянно на фронті присутствуємо все время. То есть сейчас у нас есть, ну, условно, там на Донецком направлении большой участок. И штурмовики сейчас там находятся. То есть у нас там есть определенная ротация. Группа уехала, где-то работает, другая группа находится, ну, либо в Киеве, либо где-то еще. Они тренируются, отдыхают, занимаются, потом раз поменялись. Ну, сейчас за счет того, что много людей, будут еще новые группы формироваться и еще больше увеличим присутствие. У нас был человек, ну и есть в наших сердцах, который первый за всю историю этой войны приехал в Россию, затрофеял БТР и привез его в Украину. Блядь. Говорил мне батя, иди на тракториста учись, блядь. Я нет, пошел в военный. Пиздец, трофейный БТР-82А. От ФСБ Российской Федерации. Украина. Мы с Шайбой на Грайвороне. И Лаки тоже там был. Мы зашли, нашли БТР, Шайба его завел, и мы оттуда снялись. Мы с Шайбой спиздили БТР, и нам больше ничего в этой жизни не надо было. Мы там уже фоткались с ним, там уже по всем российским каналам вот это вот видео с Шайбой, фотографии наши. Шайба – это герой Украины, который погиб на Новой Таволжанке, мой хороший друг. Мы ни одну технику, кроме БТРа, не завезли на Грайворон. Не было у нас техники. Все, что у нас плюс-минус было, оно, блядь, осталось в Украине, потому что не... А вот это они приперли с Бахмута, идиоты, хамвики, да?
Я не смотрел. Всякую, короче, военную технику. Да. И говорит, мы их разбили, короче. Вы, блядь, никого не разбили, у нас ноль потерь. Ну и все, и они там рассказывают. Я смотрю, я эту технику, блядь, ну на картинке видел, что нам ее передали. Ну чтобы, типа, мы на ней ездили, никогда в жизни. Очень весело. Так весело еще никогда не было, как в кино. Просто начинаем подъезжать, начинается стрельба. И все, и, а там сидело что-то 6 бедолаг, которые поняли, что как бы, ну, против БТРа они ничего не сделают. Ну и все, они просто побросали технику, оружие и снялись. Короче, заезжаем мы, блядь, на БТРе 80-м, и в нас нахуй ПТУР в 10 метрах прилетает. Но у меня очко вот до такого сжалось. Ну, неприятно было. Еще из люка, короче, выползаешь из этого 80-го. Они же короткие, ну, узкие. Ну и вылезти не мог, короче. Ну и потом мы типа этому водили-то говорим, давай едь под этот, под крышу. Под крышу заезжаем, там уже выгружаемся и по самому КПП уже начинаем проводить зачистку, лутаться и так далее. Они одного человека оставили, 19-летнего типа, я уже не помню, с какого он города был, призывник, мотопехота, ну там стояла мотопехота. И... Но он вообще лох. Ну, 19-летний парень, которого призвали, посадили, и он в этом... Короче, в углу спрятался, и типа у нас смежная группа нашла его, ну, в плен взяли, и все. Яка різниця, як воюють росіяни, які як прийшли сюди як окупанти? На нашей украинской земле, и как они воюют там у себя? Да тут сложно такой какой-то, знаешь, сделать вывод, потому что если мы берем вот эту операцию по Шебекино, там был стрелковый бой, суть была в чем? Было здание, просто дом двухэтажный с цокольным этажом. В этом здании, по нашим данным, располагался... Ну, не штаб, а пункт, откуда они ведут разведку с помощью БПЛА. То есть туда каждый день привозили дрончиков, они оттуда летали. Ну, и мы это все видели, как бы видели. Они летали на территории Украины? Да. Мы видели, что их туда привозят, что их увозят. То есть все это было понятно. Но мы не знали, сколько там людей. Ну, то есть мы плюс-минус, у нас было предположение, но точное количество мы не знали. В тот день, когда уже был непосредственно заход и когда был бой, оказалось, что там погиб комбат, потом там погиб ротный, потом еще какой-то там высокопоставленный офицер. Вот, они погибли все от артобстрела. То есть у нас сначала был артобстрел. Вам организован? Да, нами организован. И потом мы зашли, мы знали, что там находится... мотострелки эти, и начался штурм этого здания. Здание, по большому счету, штурмовало отделение, но, как потом оказалось, в здании находилось, мы думали, что там, ну, максимум отделение, а там сидел взвод. Сколько людей? 30? Ну, больше, там, под 40. Вот. Там не полный был взвод, но больше 20 человек. Вот. А у нас штурмовало меньше 10 человек. Ну, то есть так вообще не делается, но мы же не знали, как бы, вот. Здание, ну, там просто штурм по всем правилам военным. То есть здание обстреляли со всего, что только можно. Вы там взяли перших полонених? Да. То есть кто-то успел оттуда забежать, тут, в сторону Шебекино, там буквально там, то ли трое, то ли четверо. Остальные остались, да, и все, они пытались отстреливаться. Ну, понятно, все там погибли. Оттуда был... Непосредственно из этого здания взят один пленный, он там каким-то чудом живой остался, но его в самом начале штурма просто оттуда вытащили, и все. С ним потом записывал Денис материал, такой там маленький. Ну, ты сказал, что они не одразу дознались, что это, ну, что это самое РДК, правильно? Они вообще не в курсе, что такое РДК, что такое, ну, им это вообще не интересно. Ну, баловался травкой. Я понял. Это самое тяжелое, чем ты баловался? Да. В тюрьме? Да.
в тюрьме было много возможностей различно губить свое здоровье. Я должен был быть снайпером. Но ни снайперских винтовок, ничего этого, естественно, не было. То есть по итогу я был, по своей второй специальности, я был связистом. И все, министерство пропаганды, это своих не бросаем, где на каждом, ну из каждого угла это. А по факту оно. А по факту, ребята, мест для вас нету. Мест для больше нет. Да. А вони тебе не питали, типа, ну ты же русский, что ты делаешь? Нет, там, они там все перепуганные сидят, там, как зайцы. Ну, вот средний портрет, чувак, 32 что ли года, жил в селе, работал, случился пожар, у соседа сгорел дом, он у соседа украл забор, сдал его на металл, его посадили, он отсидел там что-то 3 года, вышел, работы нет, денег нет, есть предложение пойти в армию. Ну, типа, нормально. Пошел. За 200 тысяч в месяц. Пошел. Все. Это реальная людина. Да, да. Провоевал. Ну, с его слов, он был на луганском направлении. Они там где-то глубоко в тылу были, копали окопы. Потом их в какую-то одну ночь всех посадили, погрузили в транспорт, увезли в Белгород и просто посадили тупо на границу без каких-то указаний, без всего. Вот есть дом, сидите в доме. Ваша задача предотвратить заход украинской ДРГ. Ну вот они приехали, на следующие сутки в плен попали. Все. Эти придурки, российская армия, настолько мудаки, что... Ну они ни на что не способны. Они закидывали нас авиабомбами. Они пытались стрелять по нам с вертолетов Нурсами. И все. Ну и типа никто на нас так и не вышел. Мы там уже все готово, там ждем, давай танковую колонну сюда, еще что-нибудь, и все. Вот просто они нас обстреливают. Мы сидим и понимаем, что ну, дальше мы идти не можем, потому что у нас не хватает, так сказать, военной мощи, чтобы брать более большой город. Но и не откатываемся, потому что они на нас не идут. И мы сидим, думаем, ну а смысл тогда здесь сидеть? Никакого смысла нет. Ну и все, и мы постепенно начали сниматься. Ну а так, ну, просто ходишь по селу, там эти перепуганные сидят, типа, а что здесь происходит, туда-сюда. Ну, я слава богу, не встречался, но вот ты, но я видел. Вот Лаки видел, типа, именно жильца этого села. Ну, там... Что он себя оказал? Да ничего, они в подвале сидели, мы зашли на территорию, потом, ну, мы на том участке закреплялись, и поэтому, соответственно... Защищали, да. Местность в окружности необходимо было проверить, зачистить, выбрать более подходящие позиции, рубежи. И, ну и, соответственно, надо было еще найти подвалы в случае там типа авианалета, артиллерийских ударов и прочего. Ну и зашли на один участок. Ну и там из подвала вышли два гражданских, мы им типа сказали, типа, ну сидите, короче, не высовывайтесь и все. Ну, спросили, у вас там военных нету, они сказали, нема, и все. Ну, мы их, естественно, изнасиловали, убили и съели, чтобы все знали. Пашка любит постарше. Артой с самолетами, все, ничего больше не было. То есть они не наступают. Вот пехота в России, самая худшая пехота, блядь, на свете. Ну, там миномет 120-й, помню, лупил. Да, минометка, и, да, артиллерия, и, да. И Нурсы лупили. У нас 3/300 было от осколков. Это, короче, когда пошли ангар смотреть. Ну, там, получается, один бетер, который утараканили, ну, в одном месте был. Не, и... у нас два. Это у ЛСР еще один. Ну, второй, я не помню, кто там скоммунизил, короче. Ну, часть от них, часть сломанная была на тех ангарах. Ну, у нас, короче, когда там специалист еще с двумя людьми шел проверять их, ну, короче, их там по 300 осколками. Обращаюсь к бойцам ЧВК «Вагнер», для которых слова «верность» и «честь» еще имеют какой-то смысл. Судя по всему, вчера были цинично казнены ваш отец-основатель и командир. И вы прекрасно знаете, кто за этим стоит. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором. Либо стать в стойло Министерства обороны Российской Федерации и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. Чтобы отомстить, вам нужно перейти на сторону Украины. Денис говорил в своем обращении, что если эти люди готовы что-то делать дальше, то
им имеет смысл перейти на сторону Украины. Но перейти на сторону Украины, это же не значит вступить в ЗСУ или там прийти в РДК. Они же могут оставаться ЧВК Вагнера, просто действовать в интересах Украины. Ты думаешь, это возможно? Да. Ну, давай так, реакция определенная была. Я пока не буду говорить, но была. Ага, наверное, так. То есть, как бы, ну, почему нет? Если это ж наемники, тут же надо тоже понимать, что это наемники, и было общение в том числе с пленными вагнерами, ну, был такой опыт, и там, ну, люди, ну, как бы, там, чисто психология наемников. Надо, ну, кто то есть, платит за то, да, кто воюешь. Да, да, там, ну, не надо думать, что это какие-то там суперидейные, ну, там разные, понятное дело, люди есть, но, тем не менее, это такая штука, которой, в принципе, можно пользоваться, и я думаю, что украинская сторона могла бы этим воспользоваться, и нормально бы что-то получилось. Более того, мы на эту тему общались там с кем-то, с нашими смежниками, с боевыми товарищами, с Азовом, с кем-то еще, там, с 3-й ОШБ, все сказали, да, классная идея, вообще, ну, если они будут воевать против России, ну, отлично. Если среди вас есть желающие вступить в русский добровольческий корпус, сейчас последний шанс. Есть такие? Встань, пожалуйста. Представься, пожалуйста. Чуть погромче. Измайлов Александр Сергеевич, 31-й, 96-го года рождения, уроженец города Самара. Отказываюсь от обмена и возвращения в Российскую Федерацию. Отказываешься от обмена? Да. Где служил? Частная военкомпания «Вагнер». Опа. А что вы говорите про полонений, когда они дознаются, что вы также Россия? Да, что-то, ну, блядь, вообще про нас уже все знают, поэтому это уже не секрет для новых пленных. То есть они знают, что есть РДК, есть ЛСР, там, и они воюют. Як ти думаєш, якщо цей, ну, ми зараз говоримо про там про розвал Росії і так далі, і дай Бог, щоб це сталося, і все було всіх добре, яка вірогідність того, що нова там влада в Росії вже в розваленій, там через декілька там десятків років знову там не почне говорити тими самими наративами до України, що ми ж браття, давайте жити дружно. А таке буде в будь-якому випадку. Смотри, є два варіанти. Один варіант – війна закінчується і наступає там якийсь паритет определенний, і, допустим, давай там все, війна закінчується, окупованої території уходять Україні, все нормально, Росія платить репарації, говорит, что все, мы, там начинается какая-то определенная оттепель, но глобально в России ничего не меняется. То есть на территории России не происходит никакая война, происходит определенная смена власти, но смена власти в России это такая история, она там просто найдется огромное количество старых чиновников, которые в любом случае попадут снова во власть. Ну, то есть кардинально не изменится. И Россия тогда будет пытаться добиться какого-то реванша по-любому, в любом случае. То война повторится? Да, да, там 10-15 лет пройдет, только будет еще хуже намного. То есть она учтет свои ошибки, подтянет военку, ну, то есть будет намного хуже. А либо второй вариант, который более печальный для России, более сложный, более длительный, когда в России начинается гражданская война, когда эта война переходит уже на сторону России, и там начинают вестись боевые действия. Россия для того, чтобы перестроиться вот именно на цивилизационном уровне, Россия должна, к сожалению или к счастью, пройти через все ужасы войны, в том числе гражданской, чтобы вот
процессе этой войны ощутить на себе все последствия того образа жизни, того мышления, той культуры, которую они воспитывали, культивировали в себе все эти годы, начиная с образования Советского Союза. Ну, то есть, вот это такой эффект бумеранга от имперской истории. Ты думаешь, что это возможно? Это абстрактно? Да, я думаю, что это возможно, но это будет очень большая, затяжная, долгая история. И, возможно, опять же, только наши дети, либо наши внуки, это будут люди, которые уже начинают мыслить другими категориями, уже начинают смотреть больше в сторону прогресса, больше в сторону развития, больше в сторону, ну, цивилизованного мира, и они понимают, что Россия не является там каким-то, не знаю, там золотым гвоздем на земном шаре, и это просто страна, которая находится в печальном состоянии, которой надо заниматься, развивать и становиться открытым для всего мира, дружить с соседями, ну, что-то делать. Ну хорошо, допустим, там розвал Росії, там ви все поняли, все хорошо. Угу. Але чи повернуться росіяни з думкою, не знаю, зі зверненням про те, що от ми з вами брати. Ну, давайте это будет, дружить. Это будет ну, через два поколения, через три поколения это будет. И я тебе даже больше скажу, скорее всего, и Украина-то будет не против. Ну, потому что мы можем, там, понятно, долго рассуждать, что они плохие, мы хорошие, мы плохие, они хорошие, там, еще как-то. Но это сосед, который никуда не денется. Ну, никуда не денется. Кто бы как ни мечтал, там, не смотрел мемы, что там огромный океан, там, или еще что-то, но это все равно будет сосед, с которым придется жить вот по соседству. Ну, на жаль, так. И с ними придется выстраивать отношения. Чем эти отношения будут более предсказуемые, понятные и нормальные, тем лучше для всех. Ну, то есть, как бы, самое худшее – это непредсказуемый сосед, у которого все очень плохо, и ты не знаешь, чего от него ждать. Там, хотите приехать в гости, да, пожалуйста, приезжайте. Вот. Ну, вы приехали в гости. Все. Так, якщо полон? Не, ты думав не, на рахунок цього? Вообще не вариант. Нам в плен вообще нельзя ни в коем случае. Ну, то есть это абсолютно исключено, потому что это даже не то, что там смерть, там что-то еще, это, ну, все как бы, это пытки, это показательные разные унижения, это тебя будут там возить по всей стране, показывать, что вот, мы поймали, там, и так далее, ну, то есть, как бы, это, ну, вот, взорваться там намного проще, лучше и... У вас веселее. Є внутрішній наказ? Да, якщо, да, да, да. Якщо полон, то граната? Да, 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 да. Никаких вообще вариантов. Поскольку я был в штурмовой группе, и вот посмотрев на Запорожье, я понял, что, блядь, плен мне вообще не светит. Тебя либо убьют и в ФПВ дроном, либо случайно пуля в голову попадет, то есть до плена там точно не дойдет, блядь. Поэтому нет, я перестал вот это вот... Раньше был у нас прикол, но в самом начале на Запорожье, там, да, носить с собой гранату, чтобы подорваться. А вот когда вот эта фаза войны, когда там, блядь, ну, ебанись головой, то уже ты понимаешь, что вообще... Ну, типа, тебя в любом случае либо убьют, либо ты уйдешь, все. Других вариантов нету. А ты же просто думаешь про полон. Ну, якщо тебе полон, будешь стрелятись, чи я думав про це? Можно вопрос? Да ну, петлять надо как-то же. Сдашь нас всех, да и хуй с ним. Полюбас. Зато живой останешься. Я сдавал. Ну да, я тоже об этом типа... думаю, блядь. Не ну, типа, знаю. Какой вариант, вот, ну, пришли их там трое, блядь, ты в окопе сидишь с оружием, они пришли втроем, сдавайся, я говорю, пошел нахуй, и начинаю по ним стрелять, они же в ответ по мне стрелять будут. Не заебашутся. Ну, и убьют, то есть, ну, какой вариант там с пленом? Просто если они зашли тебе в тыл, ударили по голове, ты отключился, в этот момент, да, возможно. Но в целом, в условиях именно вот войны, где-нибудь там на линии соприкосновения, я вообще не вижу такого варианта, что, типа, блядь, даже если они пришли ко мне на позицию, типа, такие, блядь, я говорю, пошел нахуй, и все.
И либо он мертвый, либо я мертвый, либо мы оба мертвые. Поэтому вот эти варианты с гранатой, ну я же говорю, это вот если меня в Киеве, блядь, украдут, тогда да, вот этот вариант возможен. А так в целом, ну, на линии соприкосновения невозможно. Якщо, от, можливо, ви думали про це, можливо, не думали, якщо так станеться, типу, що ви загинете, то за яку країну або за що ви загинете? За Украину. Ну, мы же на войне в Украине. За Украину воюем. Соответственно, за, если погибнем на фронте, значит, мы воевали за Украину. А это чужая Украина, типа? Да, вообще, ну, почему чужая? Я здесь 12 лет живу. Я закончил здесь школу, 85-я, Киев. Татьяна Николаевна, привет, я в телевизоре. 85-й школы я окончил. Я окончил НАУ, Национальный авиационный университет на международное право. Ну, как понять, я, ну, она уже не чужая. Просто я никогда не мыслил этими позициями, о, воевать за страну, типа, ну, по факту, Путин пидор. Вся его власть пидорическая, с ней надо воевать. Есть прекрасная форма борьбы в виде войны сегодня здесь. Я воюю, все. Единственная, которая действующая. Да. А ты лаки, что ты думаешь? Что мне думать? Ну, типа, если загинешь, то типа... Паспорт ему верните, пожалуйста. Ебать, лох, нахуй. Все. Ну, в натуре, ну, типа... Забаранился, ебать. Да не, ну, скорее всего, забаранимся. Ну, шансы-то вообще велики. Я как раз сейчас это, оператор-наводчик на бетере. И чё? Штурмовики-то, ну, типа, блядь, короче. Что вы думаете, что дожить до конца войны? Ой, очень сложно. Ну, типа, я понимаю, что вот я, мой срок на войне, я первый раз попал на позиции, что 24-го, то ли 26 июля, вот полтора года уже, получается, чуть больше, чуть меньше. Я воюю вот, ну, прям вот плотно. И типа, это охрок. Я вот смотрю там на типов, которые там, блядь, Да Винчи, Маджахет. И типы начала войны, то есть там они прошли охуевший путь и погибли. А мне еще повезло целый год отвоевать. Я думаю, нихуя себе, блядь, я везучий. Ну, типа, и все равно, как бы, очевидно, что итог один. Либо вот ты, блядь, умрешь, либо тебя за 300 ты пересидишь этот момент. Да, ну, вот почему сложно сейчас воевать? У них дохера арты, у них дохера техники, и у них там вот эти ланцеты, FPV-дроны и прочее говно. То есть тебе к окопу подойти пик сложно. Но вот сколько я знаю, что в самом окопе уже, блядь, нет такой сложности его зачистить от потому что они либо сдаются, либо убегают, либо что-то там пытаются стрелять, но все равно как бы они в такой... в проигрышной позиции уже, потому что все. То есть им проще отступить. Бачились декілька місяців тому у квітні на полігоні. Это обрежете. Квітень, чо? Шо-шо? Апрель. А, в апрель виделись. А, ну, ладно, можешь не обрезать. Укусил? Да. Блять. А у тебя нет аллергии? Не знаю. Понял. Так, пока интервью пишем. Укусила, куда? А в руку? Снова в дырку на пункте. Что ты на руку? Вроде, ну ладно, дальше. А, что я говорил-то? А скажи, пожалуйста, что ты в балаклаве? Ну, надо так. Ну, я беглый каторжник, короче, политизированный. А РДК Навальный? И есть оппозиция. Навальный лох, РДК и есть оппозиция. Бля, ну... По факту. Ну, а ну, что, мы ну, не оппозиция? До конца войны, наверное, блядь. Такая себе фраза. Доживут, наверное, только 300-е, блядь, и инвалиды. Я изначально инвалид, поэтому я доживу. Кстати, это правда. Вот, кстати, это человек, у которого порог сердца, вся хуйня.
І як би вона... А ти потім розказуй, блядь, як ти не можеш нахуй з плоскостопієм на Запорожжі з'їздити, пидор. Його мама не для війни родила, короче.